Сегодня Международный день инвалидов. Соответствующая резолюция принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Государства и международные организации были призваны к сотрудничеству и проведению мероприятий в рамках Международного дня инвалидов, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями и лучше интегрировать их в жизни общества. Сегодня в республике проходит мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. Одной из площадок празднования Международного дня инвалидов стал ДК «Химик» в Новочебоксарске. Для людей с ограниченными возможностями концертная программа с говорящим названием «Возьмемся за руки, друзья». В этот день со сцены к собравшимся обращается официальная делегация, в составе которой член Совета Федерации России Галина Николаева, постоянный участник таких встреч. Будем делать все возможное для того, чтобы на государственном уровне решались все вопросы по-жизненному, по-настоящему и надежно. Всем вам силы духа хочу пожелать и дальше. Хочу удивляться вашими талантами и способностями, потому что вы стараетесь не отставать и в спорте, в культуре, в искусстве. По данным республиканского Минздрава, в Чувашии на сегодня более 88 тысяч инвалидов. Около 8 тысяч из них нуждаются в средствах реабилитации. Из федерального бюджета на данные цели выделяются средства. Финансирование этой строки ежегодно усиливается. Средства реабилитации становятся дороже, а вместе с тем совершеннее. Есть протезы с электронным управлением, коляски с новыми функциями, цифровые слуховые аппараты. В республике создается единая база данных об инвалидах и их потребностях, а также формируется доступная среда. Но, несмотря на все предпринимаемые усилия, многое еще предстоит сделать. Это доступная среда не только пандус, да? Инвалид, выходя из дома, преодолеть должен и первый этаж, где сам с лифта вышел, а с первого этажа до лифта, то есть до пандуса надо дойти. Вот эти проблемы тоже, они остаются пока на сегодняшний день. Мне многие задают, как у вас решается вопрос обеспечением квартиры с удобствами, то есть по доступной среде. Ну, наверное, можно сказать, пока тяжеловато. В честь Международного дня инвалидов на сцене ДК песни и танцы. Концертные номера сочетаются с церемонией награждения. Общественные организации отмечают людей с активной жизненной позицией, внесших вклад в общее дело помощи инвалидам. Среди награждаемых – общественники, руководители предприятий и организаций. Ольга Григорьева, Сергей Рябчиков, Республика.